Альхамдулля, по милости Аллаха, для нас есть облегчение в месяц Рамадан в вопросе, который касается путешествий. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фамен кана минкум маридан ау аля сафарин фа иддатун мин айямин ухар». Что означает: кто из вас был болен или находился в путешествии, то пусть он вернет эти дни, когда он вернется или когда выздоровеет, когда у него будет на это возможность. Таким образом, есть облегчение, и это понятно, потому что в путешествии иногда бывает очень сложно или неудобно поститься. Но вопрос заключается в том, что нужно ли разговляться, или все же можно поститься, и нет в этом никакой проблемы. Я бы вам посоветовал следующим образом. Если ваш пост, он реально сложный, вы чувствуете, что вы идете пешком, вы едете на велосипеде, то есть у вас физическая нагрузка, вы понимаете, что пост в данной ситуации вам реально может навредить, и это усложняет вашу жизнь, то в этом случае, конечно же, разговляйтесь, даже не думайте. С другой стороны, если вы путешествуете в машине или летите в самолете, где есть кондиционеры, все условия, вы просто сидите, то я для себя как не вижу никакой проблемы в том, чтобы продолжить пост и не разговляться. То есть это все каждый должен решать самостоятельно. Нет никакой проблемы в том, чтобы поститься или не поститься. Вы должны сами для себя это решить. Другой момент, к сожалению, в современном обществе. Некоторые люди, они именно выбирают время для путешествия, именно Рамадан. То есть они хотят именно в Рамадан уехать куда-то в путь. В отпуск или еще куда-то на отдых. То есть для того, чтобы не поститься. И такое ученые все, конечно же, порицают, и в этом на самом деле я не вижу никакой логики, потому что, хорошо, вы не будете поститься в месяц Рамадан, когда постятся все, когда есть единство, есть ифтары, коллективные молитвы, но когда вы приедете, вы все равно будете обязаны отдать этот пост, поэтому в этом нет просто никакой логики. Поэтому в любом случае вы должны сами для себя решить то, что касается путешествия. То есть если вы чувствуете, опять же, если вы чувствуете, что это для вас трудно, пост держать в путешествии, то, конечно же, разговаривайтесь. А если вы чувствуете, что это для вас легко и нет в этом проблем, то поститесь.